Этот запрет был введен в связи с тем, что был день строителя. Вот буквально в прошлое воскресенье. У нас, как вы знаете, после трагедии 12 апреля идет восстановление жилых домов, и строители злоупотребляют. Поэтому в связи с этим было принято такое решение ограничить на 10 дней. Ну, посчитали, что 10 дней как бы достаточно будет.